Так, ну и что это такое? Наш любимый жрачкан. Я не могу это все купить, у меня столько денег нету. В смысле? Должен вам напомнить, что это меня из-за вас уволили с работы. Здравствуй, дядя стрёмный наш, на башке твоей лыся. Это моя песня? Был бы там придурок волос, не казался б стрёмным босс. Здорово, дружище, был неправ, хочу извиниться. Твои оболтусы действительно умеют петь. Ян? Ты уже слышал песню? Да, я слушаю, но как ты успел? Ты просто не поверишь, они сами ко мне пришли и спели песню. Я опубликовал про них рекламу, так что твои бобры скоро станут знаменитостями. Ну что, мы прощены? А теперь купи нам вафли, пожалуйста.